Студенты и школьники «Алмазной столицы» ведут активную жизнь. Их приглашают на тематические смены в детские лагеря, чтобы развивать свои таланты. Ученик «Алроса» класса Мирон Никитин ездил в сочинский лагерь, Всероссийский детский центр «Смена». Там парень прокачал предпринимательские навыки и выиграл шоу талантов. Там же, но в другое время, побывал и студент МРТК Дмитрий Коваленко. С прошлой недели он возглавил Мирнинское движение первых. Я попал на первую федеральную смену «Время первых» в Всероссийском детском центре «Смена». Туда я поехал единственный от республики. В принципе, смена была очень хорошая, продуктивная. Мы с ребятами узнали много нового. Мы работали по всем 12 направлениям движения первых. И с нами каждый день работали специалисты из разных областей. Поэтому смена получилась очень содержательной. Еще один активный мирнинец Денис Кузнецов лето провел в лагере «Океан» во Владивостоке. Одну из смен посвятили лидерам ученического самоуправления. Мы, получается, создали такой методический материал, чтобы это, то есть чат-бот в Telegram, чтобы можно было открыть, ребята могли открыть и ознакомиться, как писать тексты, самые основы, как фотографировать, как снимать видеоролики, как брать интервью. По словам юных активистов, больше всего в лагере запомнились товарищи-единомышленники. Ребята уверены, продолжат общаться с товарищами по лагерю и развиваться вместе.